Друзья, всем привет! С вами опять Юрий Сербин. Давно у меня не было новых видео. Вот, так как буквально почти полтора месяца назад у нас был сильный ураган, посносило крыши, поломало деревья. У меня лично во дворе упал орех. Вот, я чуть далее вставочку вставлю. Упал прямо на буса. Ну, бус там не поврежден, ничего, так удачно он упал. Значит, жара у нас стоит уже недели 3, плюс 33, до 38 доходит. Вот, установил я себе кондиционер дома, тоже сам все ставил. Сегодняшним видео хочу вам показать, как я буду менять активный нож картофеляка палки. Вернее, не менять, а дорабатывать. То есть, у меня он сейчас такой вогнут в середину. Вот, а сделаю наоборот, то есть, чтобы был как бы опуклый, вот, потому как картошку картофелька сажалка моя посадила глубже, чем в том году, то есть картошка получается на пару-тройку сантиметров сидит глубже, и получается начала там копать один огородик, режет картошку, не всю, но с рядка получается там несколько штук. То есть попробуем переделать нож. Есть у меня пилка, вот, из пилорамы, но сейчас не об этом. Многие просят меня: подскажи, расскажи, где ты покупал мотоблок, где ты покупал там навесной, где ты что. Люди, которые, ну, не имеют возможности сделать то или иное навесное к мотоблоку. Значит, друзья, хочу вам порекомендовать такой интернет-магазин, называется он «Все мотоблоки», магазин с Днепра, бывшего Днепропетровска. Вот. В этих ребят огромный выбор мотоблоков, просто шикарный выбор, в том числе и Motorsich есть вся линейка, полностью все модели с бензиновыми и дизельными двигателями. Есть все навесное к мотоблокам и к Motorsich'у. Я, кстати, в них, возможно, на будущее, ближе к осени, возьму оборотный плуг моторсичевский, именно моторсичевский, то есть будем пробовать. Есть в них мини-трактора, мототрактора, тоже навеска к ним любая, и запчасти к навеске, к навесному оборудованию. Значит, друзья, магазин работает честно, доставка товара без предоплаты. Плюс еще такие у них есть: на большую часть товара действует бесплатная доставка заказанного вами товара прямо к дому. Вот, значит, магазин «Все мотоблоки» делает скидку на весь полностью товар. Вам, мои зрители, мои подписчики, значит, что для этого нужно? Нужно позвонить в магазин, заказать товар и сказать, что вы от Сербина Юрия. И вам будет скидка на мотоблоки 500 гривен, на навесное оборудование 100 гривен, если товар превышает 1000 гривен. Скидка действует в течение месяца до 15 сентября. Так что, друзья мои, рекомендую лично от меня зайти на этот сайт, посмотреть, полистать. Много очень товара, очень шикарный выбор. От и до, там и картофелесажалки, и картофелекопалки, окучники, отвалы есть. Короче, что вам нужно, то в них есть. Ссылочка на магазин «Все мотоблоки» будет в описании под видео. Так что, друзья, заходите и покупайте. Все, друзья, ну что, дальше я как бы расскажу, чем я занимался все эти полтора месяца или больше. Доделал почти на 90% свою мастерскую. Сейчас нахожусь в ней. Вот, давайте покажу. Вот ворота, где стоял Motorsich. Значит, заходим. Сделал такой пол бетонный. Тут у меня была земля. Такой грунт. Вот, убрал порядок, навел. Значит, установил наждак. Наждак заводской, вот, только
он шел под меньший круг, защита была на меньший круг, то есть я ее снял, нужно будет здесь доварить такой щиток, вот, ну и суппорт здесь, такой упор поставить, это как бы в на будущее. Вот, тисы большие, тисы маленькие, тиски. Вот, подобрал такой вот щиток, нацепил, нашел все полностью с плашки от тройки и до 16 резьба. Тоже мячики от тройки до 16. Сверла у меня получается 16, самое большое, и 1,5. Плашкодержатели, вот, мячикодержатели, резьбомер, шаг резьбы меряет, вот, это центровочное сверло. Короче, что дальше? Установил такие вот автоматы, то есть, когда мы заходим, вот так вот выключено, вот, заходим, включаем. И у меня три розетки, вот, и там еще, ну, двойные. Значит, эти автоматы управляют вот этими вот розетками. То есть все, что включено в розетки, будет включено. Вот, когда вы уходите с мастерской, выключаете розетки, и автоматически выключается, что там у вас, может, что забыли, паяльник там, я не знаю, что. Короче, все автоматически отключается. Купил такой вот станок. Вот. Сверлильный. Станок хороший. Ну, как бы на мои... на то, что я делаю. То есть, мне головой его хватает. Ну, такой он, конечно, мало в нем жесткости. Ну, короче, это много про него можно что рассказывать. Если кому интересно, могу сделать обзор. Обзоров как бы не очень много на этот станок в интернете, на этот станок в интернете. Похожие есть, похожие станки, то есть, ну, вот так вот. Дальше у нас токарный, мини-токарный, доделал ему, сделал клиновый такой вот фиксатор задней бабки. То есть, раньше сделал, здесь была гайка, который нужно было ключом зажимать, чтобы все зажать. Вот. А я переделал такой вот рычаг. Клином зажимает. Вот вверх зажали, мертво стоит. Опустили. Все плавает. То есть очень удобная штука. Вот. Ну и поставил такой вот кулер с компьютера. Проводок, блок питания с антенны. То есть включается и охлаждает плату, так как при такой жаре, как у нас сейчас 35-38, отключается автоматика, перегревается. Вот, дальше не было у нас света, электричества, вернее, 2 недели пришлось взять такой вот бензогенератор. Тоже можно обзор сделать, ну это так вот. Можно, не можно. Есть такие как бы обзоры в интернете. Генератор тянет нормально. Подключал даже сварку. То есть я им доволен. Хорошая штука. Вот такие вот, друзья, новости. Ну и сейчас покажу такой. Вставлю вам ролик, как у меня пал орех. Орех сейчас покажу. Был вот там вот. Вот. Земля, куча земли, там был корень, ну, короче, все попилили, все убрали, дворик такой вот чистый, но нету тени. Он раньше нас очень спасал своей тенью, как бы. Ну, сейчас можно сказать, голый двор. Вот, ну что, сейчас ставлю ролик и про то, как орех упал, и что. И будем делать нож новый, опуклый нож на картофеле копалку.
такая вот пилка у меня есть. Это пилка из пилорамы. Раньше такими, ну, можете сейчас, кто пилит на доски деревья. Значит, толщина тройка, 3 миллиметра. Вот, хочу сделать, сейчас высверлить эти заклепки, снять этот нож. Нож, кстати, у меня толщина 1,2 миллиметра. То есть слабый он гнется. Ну как слабый, он нормальный, он копал, но по сравнению с той пилкой, что я буду устанавливать, он слабый. Значит, кто спрашивал, толщина лемеха у меня 2,5, только что перемерил. Значит, вот такой вот ножик сделаю, опуклый, наружу, не внутрь. Вот. Значит, спрашивали многие, почему именно ну, я сделал раньше как бы внутрь, гнутый такой нож. Ну, потому что бы не вываливался картофель на бок. Вот. Но в итоге это получается при глубжей посадке как бы чуть-чуть не достает. А возможности опустить ниже уже некуда. То есть колеса максимально опущены. То есть грохот максимально опущен. Как я копал, как копает на максимальную глубину. Но и того мало. То есть вот таким вот макаром мы выйдем из положения.
сейчас расскажу вам, как сверлит очень твердый металл обычным сверлом R675. То есть такой металл, как пила. Вы только что видели, как легко оно сверлит. Значит, смотрите, есть у меня два сверла, диаметр пятерка, диаметр пятерка. Одно длинное, одно короткое. Заточим их одинаково под тот угол, что, ну, что мы обычный металл сверлим. Давайте покажу. Значит, вот смотрите, заточка. Ну, то есть вот так. Обычная заточка под обычный мягкий металл. Сейчас идем пробовать, как будет сверлить пилу. Значит, друзья, сначала берем длинное сверло. Деталь с пилы, та, что мы отрезали. Вот, капаем каплю масла и пробуем сверлить. Еще раз. Ну, то есть на один раз его хватает. Вот именно длинного сверла и с обычной заточкой. То есть одно отверстие есть, а второе вот так вот. Вот. Немного взяло и все. Скрипит, пищит, не идет. Теперь берем сверло короткое. Вот такое тоже. Обычная заточка. Но оно короткое. Сейчас подниму станину. Тоже капаем капли масла. Новое место. Поехали. Давайте ближе. Еще раз.
еще раз. То есть, друзья, сталь из пилы очень легко сверлится, если взять короткое сверло. То есть, я так понял, это я тоже недавно обнаружил, взять короткое и длинное сверло. Вот. То есть, здесь как бы момент накручения идет больше, то есть, оно играет. Как торсион. Вот. И потому получается скрип. А короткое, оно как резец, врезается, то есть нигде ничего не играет и легко, свободно, как обычный металл. Немного, конечно, хуже. Ну, сверлим, все получается. Все, смотрим дальше. Ну что, друзья, как-то так получилось. Заклепки держат лучше, чем сварка. То есть нету напряжения внутреннего, не рвет, не расшатывает, нигде ничего. Вот, и в любое время можно снять и поменять. Значит, нож стал сантиметров, вот видно здесь, на 5, наверное, глубже по центру. Думаю, будет хорошо. То есть резать теоретически не должно, глубже копает. Вот. Ну, на практике покажет, что лучше. Вот такой вот нож выпуклый или тот, что был у меня как бы полумесяцем в середину. Будем все тестировать. Видео будет о копке, наверное, недели через две. У нас еще жара. Вот картошка, еще ботва местами зеленая. Так, ну и давайте покажу снизу, как вот у меня здесь Индия Джо, кот у меня такой, помогает. Значит, такие вот заклепки, так вот все выглядит. Такая режущая кромка получилась. Заточка снизу. Сильно я не затачивал, так как смысла в этом нету. Ну, вот так вот.
Будем пробовать. В следующих видео будем тестировать, как копает, режет, не режет, пропускает. Может быть, она вообще не будет идти, то есть глубина-то стала больше копки. Ну, короче, все как всегда покажу, расскажу. Что вам еще напоследок сказать? По урожаю у нас только картошка. Урожай так более-менее нормальный. Мы ее копаем лопатой. Сейчас понемножку варим, жарим. Значит, огурцов нет. Помидоров в этом году нет. Немного моркови есть. Вот. Ну и картошка, и все. То есть все пропало. Жара невыносимая. 33-35. Вот валит уже, наверное, третью неделю. То есть климат в Украине меняется, становится все жарче и жарче. Вот так вот. Ну что, хочу вам пожелать все-таки, несмотря на эту погоду, на этот климат, хороших урожаев, чтобы у вас родило все, чтобы мотоблоки не ломались, ну и чтобы было здоровье на этих огородах работать, ну и так далее. Все, друзья, всего вам хорошего. С вами был Юрий Сербин. До новых встреч!